и два Зигфрида. Кажется, кто-то решил выяснить отношения по-взрослому. Кажется, кто-то решил определить лучшего из Зигфрида России. Арфарий Регра по праву держит это первенство. Но Шоутайм, похоже, собрался отобрать у него этот титул, несмотря на вероятные лаги, которые имеют место быть. Он ни на секунду не колеблется сейчас. Его рука тверда, но, тем не менее, подтвердить свое намерение делом пока он не может. Арфарий забирает первый раунд. Счет 1-0, они продолжают. К лагам привыкнуть так легко. Зигфрид на лагах тоже очень сильный персонаж. Но, благо, оба они играют с Зигфридом, поэтому я думаю, что... здесь говорить о том, что дело в персонаже, не приходится. Не комбит Шоутайм. Арфарий довольно быстро забивает его ногами в буквальном смысле. Не наказывает Шоу. Возможно, просто от лагов у него такая беда произошла. Сейчас все шансы улететь имеет. Хороший степ, но не удается закомбить Арфарию. Хорошо контролирует рейндж Шоутайма в ситуации, когда он практически проиграл. Он умудряется камбэкнуться, и это может еще стать интересным матчем. Шоутайм пересмотрел, похоже, свою стратегию, но не тут-то было. Арфари применяет дебаг. Два лоу, уже нету более половины жизни сейчас у Шоу. Ему нужна ультра. Лагануло сейчас, я это почувствовал. Даже... ой-ой-ой, это лоу. Это лоу. Обидно, конечно, я понимаю, что проиграть таким образом, наверное, не самое приятное.